Всем привет! Сейчас я покажу, как заменить батарейку в мужских часах Tissot. И заодно покажу обзор часового ключа. Вот часовой ключ выглядит. Здесь вот насадки. По три насадки такого вида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть видов насадок. В данном случае, если посмотреть на часах, нужны квадратные. Вот эти вот насадки. Так выглядит сам ключ. Эти вот вправо-влево раздвигаются. Это вверх-вниз. Вот этим можно двигать, крутить. Так. Берем насадки квадратные. В моих часах они квадратные. Видно, не видно квадратики. Они сюда закручиваются, чтобы не шатались. Так, теперь нужно отжать. Отверстия совпали. Теперь против часовой стрелки отжимаем. Дальше оно уже легко крутится. Резиночка, смотрим, чтобы она здесь осталась. Если она выпала, обратно ее вставляем, чтобы она не выпирала за корпус. Уплотнительная. Дальше защиту снимаем. И нужно чем-нибудь с двух сторон захватить, чтобы она снялась. Вот, отвалилась. Вот сама батарейка, которую нужно извлечь. Ее с края удобнее всего будет вынимать. У меня плюсом кверху она идет. Вот батарейка. Оригинальная батарейка идет Рената. Швейцария. У меня 394. Вот артикул, если кому-то надо. 394 SR 936 SW. Так.
Так, часы идут. Теперь все собираем в обратном порядке. Защитную крышку. Так, и верхнюю крышку зажимаем. Сразу ровно ложим и закручиваем легонько руками сначала. Теперь берем наш ключ часовой. И по часовой стрелке зажимаем. Нажимаем плотно, чтобы вода не залилась. Все. Так, ну вот. Часы идут. Часовой ключ с Алика. Так он выглядит. Очень удобно, универсально. Часы заменили. Батарейка была такая. Если видео было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Белорашен Леон. До новых встреч. Пока.